Всем приветики. Решил, в общем, еще раз попробовать. Удалил драйвера полностью вообще из диспетчера программ. Все, что было связано с креативом. И вот в итоге теперь он их вообще даже не определяет. Раньше здесь хоть какие-то драйвера ставились, хоть виндосовские, а сейчас вообще никакие не ставятся. Пишет нет данных. И установив программу, то есть я, получается, удалил полностью все, что было связано с креативом. Оно теперь вообще перестал определять устройство. Установил заново с диска программу и драйвера, а оно все равно как бы, ну то есть программы установились, они есть программы, то есть получается вот, например, вот оно также показывает, что оно не поддерживается. Ну, то есть программа есть, она установлена, но пишет, что не поддерживается, потому что вот реально на нем вообще никаких драйверов нету. И при попытке обновить драйвера, ну, автоматически я даже не пробую, потому что это бессмысленно. Вот с папки, я, получается, в папку переустановил заново все. С диска. Те драйвера, которые там были, я удалил, поставил заново. И пишет, что операция требует интерактивного оконного терминала. Так, и теперь уже не с папки выбираем, а с диска. Вот он у меня диск получается. А вот диск RV, DVD RV, окей. Оттуда пытаемся обновить. То же самое. То есть, что с папки, что с диска одинаково установить не удается. И единственный вариант, как установить эти драйвера, это зайти в безопасный режим с поддержкой загрузки сетевых драйверов и оттуда уже установить либо с диска, либо с папки каким-нибудь из этих способов. А чтобы войти в безопасный режим с поддержкой сетевых драйверов, нажимаем «Выполнить». Прописываем MC-Config, нажимаем «Ок». Открывается такое окошко, выбираем «Загрузка», «Безопасный режим», «Сеть», «Применить». Окей. Все, теперь оно предложит перезагрузиться с теми параметрами, которые мы выбрали. И соглашаемся. И вот нажимаем перезагрузку. Так. Так, вот оно перезагружается. По идее, сейчас должно войти в безопасный режим с поддержкой сетевых драйверов. Я уже не жму F8, потому что она у меня не работает. Это надо как-то где-то в каких-то настройках BIOS полазить и посмотреть. Вот. Ну вот, побежал такой зеленый ползунок, значит, входим в безопасный режим. По идее, потому что стандартная там не зеленый ползунок, а такие шарики типа крутятся у Windows 7. Вот. Дальше оно вроде как обычно предлагает залогиниться. Сейчас мы залогинимся. Вот, логинимся. И все, вот это у нас показывает, что безопасный режим. И все грузится в безопасном режиме. Вот, после того, как загрузились, это безопасный режим. Идем в пуск. В пуске выбираем то, что нам надо. Компьютер. Диспетчер устройств. Ждем, пока он найдет все устройства. Нашел. И вот наше вот оборудование. Нажимаем обновить драйвера. Выбираем. Ну тут уже, мне кажется, не важно, диск или папка, можно даже с диска. Нажимаем установка драйвера. Ну, раз пишет установка драйвера, по идее пошла установка, потому что уже видно, что вот, да, то, что оно и курсор крутился, и пишет установка. Закончена установка. Закрыть. Все, теперь оно видит, что это звуковое устройство от компании Креатив. И версия драйвера, вот она.
все, а в системе не хотел устанавливаться. То есть программы установились, а драйвера не хотели. Теперь через безопасный режим все установилось. Далее делаем то же самое. Идем в пуск, нажимаем выполнить. И там же вот нажимаем пуск, выполнить. И там же опять MC config. Прописываем MC config. Открывается то же самое окошко. Опять идем в загрузку и убираем галочку с безопасного режима, иначе вы будете всегда в безопасном режиме грузить. Нажимаем применить. Окей. И оно предлагает перезагрузку. Нажимаем D, перезагрузиться. Все, пошла перезагрузка. Теперь сейчас войдем в обычный режим системы. Вот. Вот оно выключилось, загружается. И сейчас оно будет уже не такая зеленая полосочка, а кругленькие шарики. Как обычно в Windows 7 они такие. Вот за запуск Windows сейчас такие шарики должны полететь. Вот они. То есть уже в обычном режиме мы загружаемся. Ну и все, теперь находясь в системе, опять смотрим диспетчер устройств. Зашли после перезагрузки в систему, и все, вот она. Пожалуйста, стоит уже определенная система, она уже знает, что это звуковое устройство, креатив, драйвер стоит, вот, и программа теперь уже, которая не запускалась, высвечивала желтую табличку, что типа не поддерживается аудиодевайс. Вот она, все, пожалуйста, работает. Достаточно было зайти в безопасный режим. У креатива почему-то реальные проблемы с драйверами, и системой они не хотят ставиться. Нужно заходить именно в безопасный режим. Так что если вдруг у вас проблемы с драйверами от креатива, попробуйте в безопасном режиме с поддержкой загрузки сетевых драйверов. Я думаю, это поможет. Мне помогло. Вот. Как-то так. Ну а версию потом еще можно обновить, это тогда уже через программы креатива, там уже и из системы работает. Главное, чтобы оно нашло само устройство. Первый раз нужно через безопасный режим дать системе понять, что это такое. И когда оно найдет, установит, тогда уже можно без безопасного режима, а через систему. А до тех пор, пока она не определила, вообще никак не хочет. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.